Всем привет! Всем привет! О, я вчера так хорошо потусил. Так хорошо потусил. Сегодня, кстати, какой день я отдыхаю? Короче, сегодня суббота. Суббота. Завтра воскресенье. И в понедельник я уже вылетаю домой. Вот, так сказать, предпоследний день моего отдыха в Тунисе. Вот сейчас я иду на пляж, бич, буду летать как птица, трехптица, так, сейчас, солнце ярко очень, как он называется, я не знаю, короче, парашют такой, вот, разгоняют тебя, ты взлетаешь, значит, в небо, потом летаешь, потом приземляешься на пляж. Вот, 40 динар стоит, но, надеюсь, мне сделают скидку, потому что я знаю, сделают скидку. Вот, сейчас поел. В общем, все круто, все хорошо. Вот, не знаю, видно вам, не видно. Пойдемте. Ну что, в общем, я пришел. На камеру напиягра. YouTube Russia. Правда? Russia YouTube. Пожалуйста, я страшный на интернет. Но no, yeah. У меня есть много познакомств. Ты видишь меня на интернет, ты меня пропустишь. Правда, честно, убирай. Хорошо. В общем, хочешь сниматься, и мне не надо. В общем, стоимость стоит 30 динар. В общем, я сейчас полечу. Все, полетели. В общем, друзья, готовят мне парашют. You are the solution.
посадка. Угу. Так, друзья, короче, я приехал вот на такой красивый пляж. Такой красивый пляж. Так, и мне нужно идти вот в ту сторону. Там находится Медина. Это рынок. Вот, короче, иду туда. Тащу вот такую воду. Фотографировать никто не может. То головы у меня нет, то рук нет, то ног нет. Это ужас. Буду, значит, просто делать видео. И все. Ой, жарко, конечно. Но, блин, надо обязательно восходить в эту Медину. Она же старая. Вроде бы должна быть. Вот. Так, у меня карта памяти не заполнена? Не заполнена. Что это такое? Пищи. Ай. Полиция. Музыка какая-то. Что-то пищит. Кто-то звонит. Короче, прохожу какой-то заброшенный отель. Вот. Перешел на эту сторону. Потому что это странно. Это самое без солнца. Тенек. А мне же нужно вам показать. Красиво все. А, это не заброшено, это строится наоборот. На реконструкции, кажется. На реконструкцию. Вот. Пальмы такие вот шикарные стоят. Кругом машины. Короче, Медина находится от моего отеля 15 километров. Стоит это 10 динар. Может, потом на обратном пути я полпути пройду пешком. И заплачу, может, 5 динар. Потому что для меня уже это самое. 10 динар это дорого. Потому что бабло закончилось. Это все что-то продают. Молодежь развлекается, полуголая ходит. Худенькие, худенькие все. Худенькие. Наверное, голодные, не кормят. Худее, чем я. Какая интересная у них диета. Надо будет спросить. И потом по эту диету продавать. В Москве. Вот так. Я ничего покупать не буду. Медине. Это бабла, ну. Ой, сейчас мне еще заблокируют. Я сейчас просто буду молчать. Я потом убавлю просто еще звуковые. Просто будете смотреть картинку. Хай. Хай. Но, лис. Но. Воду просит у меня попить из горла. Такой хитрый мальчик. Think El Castro, knowing that the past broke. Not understand, now life's like a blast. Whoa, understand rules, it's turn D to blast mode. Listen, bands will be around, feeling steady though. Grooving on that speed when we up in the stereo. Listen, put the volume. Бутылка тяжелая такая, блин, вообще. А, это у полицейских пищит рация. Я думаю, что-то пищит. Моя камера, думаю, что ли, пищит.
Она, кстати, у меня в Сахаре вообще не слушалась камера. И было жарко очень. Сейчас вот. Не знаю, куда я иду, правда. Куда-то иду. Куда иду? Где это Медина или это уже Медина? Непонятно. Вот какой-то памятник там стоит. Кому-то продают, значит, здесь различные товары. Прохожу сейчас в ресторанчики. Вот. Открытки продают. Закоулки какие-то. А вот там Медина, наверное. Вот Медина. Угу. Вон она. Наверное, это она. Старая Медина. Вот там. Надо найти мне переход теперь. Хай. Опять продают, значит, жрачку. Воняет. Ужас. О, жара. Ну ничего, зато потом включу и буду вспоминать, как я отдыхал в Тунисе. No, please. No, no. Такие наглые вообще. Вау, какое красивое дерево. Вот какой-то памятник. Там какой-то военный корабль. Трамвайные линии. Вот. Трамвай, значит, уже ездит. Hi. YouTube Russia. Вот веселая девушка стояла. Так, сейчас перейдем в Медину. И у меня, наверное, опять закончится эта память. Вот красивые эти африканцы. Тунисцы. Идут. Высота. Песня поет, идет. О-о-о. Это хорошая жизнь. Так. Центр выход надо найти мне. Медину. Сейчас буду искать, друзья. Пока вырубаюсь я временно. Друзья, в общем, я зашел в Медину. Вот иду сейчас. Что-нибудь куплю, наверное, маме. Какое-нибудь платье куплю маме. Обрадую. Медина классная. Какая-то стена. Из чего-то. Блин, наверное. Песчаник как. Вот. Hi. Hello. Speak English? Исель. I have some question for you. Please. No, please, пока, пока no. Пока променад. Hello. Променад. Okay, okay. No, no, please, no. No. Yes, I want to... Hey, hello. Hey. В общем, продолжаю снимать видео. Пристал ко мне араб. Показал мне свой магазин. Показал свою продукцию. Это сумки. Различные статуэтки. И ковры. Показал технику, как они это создают, как, значит, ковровые изделия. Вот. Сейчас вот куда-то иду опять. Куда иду, непонятно. Но здесь очень красиво. Сейчас я вам покажу. Вот, видите? Все такое старинное. Многовековое. Вот. Сейчас походим с вами. По Медине старой. Надо будет маме, наверное, купить платье какое-нибудь на последние деньги. Thank you.
Алло, ватер-кола, фанта? Так, идем дальше, идем дальше. Подожди. Жара капец, конечно. Вот очки продают здесь. Тапочки. Пальмы продают. Тебе пахнет, что это такое? Тут какой-то, в общем. Так, у меня 24 минуты осталось, что ли? Это вот вся Медина. Здравствуйте. Excuse me. No, please, excuse me. No, please, no. Ну, что ты там делаешь? Ювелирное украшение, что здесь часы. Привет. Привет, хай. No, please. Медина. Это будет какой-то национальный плац, маме здесь. Beautiful. А, это актуально, тату. Вот такое платье надо маме здесь. Нет, excuse me, please. Ручная работа здесь. Красота. Вот кто-то кашляет. Только фотографии. Yeah. Подожди. No, please. Один фото, $100. Yeah. Beautiful. Украшение красивое. Красота. Отлично. Местные вкусняшки продаются. Вау. Керамика, что ли, здесь? Одежда пошла опять. Серебро вот вижу. Hello. В общем, вот такая вот интересная. Един. No, please. Узкая такая улочка. И возле этой улочки расположены вот такие вот. Это магазинчики. Хай. Видео снимает? Yeah. Tomorrow. Russia, YouTube. Hello, I miss you, Россия. Так. Как вам? Хорошо? Очень хорошо. Жарко, да? Я преподаватель русский язык. А, круто. Да. Молодцы. Сходи в мой магазин, снимай видео. Скажу. Видео специи. У тебя специи, да? Да, снимай. Давай буду снимать. Вкусняшки твои. Давай. Это что? Это зеленый карри. Это специи. Вот специи. Посмотри. Турист, если смотреть это видео, говорит, что вот это специи не надо берет такого. Там песоком. Лучше на развес. Посмотри. Это для мяса, 4 специи вместе. Мясо. Угу. Это зира для рыбы. Рыба. Это для борща. Это для курицы. Угу. Вот по-русски написано. Угу. Это аджика, сос пицца, сос макарена, сухая аджика. Угу. Это для плов, для риса. О. Это зеленый карри. Это курица. Это имбирь. Это кориандр. Корица молоти, вот это гвоздика, вот это зеленый чай с мята, это розовый чай, это кофе, это изюм, а вот это...
Сухаел, наша продавец. Он спит, верблюда. Thank you very much. Такой интересный человек. Привет, сладости Альба. Привет. Очень красиво. На. Можно? No. Excuse me. Что-то когда пришла, что-то как-то... Что-то кричит. Добрый. На. На. О, здесь вкусняшки продают. Финики. Ой, кити-кити. Это что-то вкусняшки какие-то местные. От одежды. Хай. Ой, жара-то какая. В общем, сколько у меня 19. Hello, хай. Осторожно. Куда идти дальше? Давай пойдем дальше туда. Потом надо мне, чтобы кто-то пофотографировал нормального найти. Серебро, одежда. Опять. Вот просто смотрите. Наверное, скучно видео. Ничего. Мне на память надо все это. Старинный рынок. Игрушки такие, о, кити-кити. Кити-кити. Ням-ням, кити. Ням-ням, кити. Yeah. Beautiful kitty. No? Kitty. Кошка молчит, ничего не говорит. Привет, красивая. Привет. Привет, Путин. Yeah, Путин. Да. Хорошо. Yeah. Ох, вода тяжелая, кошмар. Надо пить ее побольше. Сейчас выключусь. В общем, я свернул куда-то. Ой, май гад, сейчас меня задавит. Какой интересный араб. Так, иду. Куда иду, непонятно. По Медине хожу, гуляю. Ой, какие-то закоулки. Классно очень. Какая-то стена вот синяя меня встречает. Куда идти, не знаю. Пойду вот сюда. Вот, гуляйте вместе со мной по Медине. Так, надо мне куда-то это свернуть, чтобы были магазинчики. А то так не очень интересно. Сейчас найду что-нибудь. О, нашел я выход. Кити-кити-кити. Сиеста. Есть такие тикети. О, кити. Кити-кити. Хай. Хай, кити. Кс-кс-кс-кс. Хай. Е. Си есть такие. Раша, Москва. Speak English. Look. No. No. Bye-bye. Ой, вышел я наконец-то. Куда-то опять. Не знаю, куда вышел. Кажется, я здесь уже был. Yeah. Так, я уже здесь был. Вы здесь все уже видели, надо переходить на другую территорию. В общем,
перешел и на другую дорожечку. Вот, продают различные тоже товары. Мясо продают, специи. Все отдыхают, кто-то работает. Вот дяденька. Это столовая. Так это уже выход, что ли? Ничего, я сейчас вернусь. Для вас не мог вернусь, пофоткаться. Куда пойду? Хай. Тут это лодки продают. Разные кружевные. Вообще-то бумажные, шелк. Вот это смысл, надо посмотреть. Снимаем. Так, идем дальше, друзья. Женские бюстгальтеры. Так, вот местные тут, кажется, ну, не знаю. 10 тысяч динар. Вот так вот, товарищи мои. Хай. Вот куда я? Здравствуйте. Друзья, посмотрите, как красиво. Старая стена. Ей очень-очень много лет. Сохранилось хорошо. Вот иду, все гуляю. Смотрю платье. Не знаю, если недорого, то возьму. Если дорого, брать не буду. Сейчас спрошу, сколько стоит. В общем, купил я маме за 30 динар. Потом покажу, как оно выглядит. Хай. Релакс, релакс. Хай. Раша, Ютьюб. Вау, как красиво здесь. Надо здесь. О, как красиво. Сейчас здесь буду фотографироваться. Так, я потихонечку выбираюсь из этого прекрасного заведения. Все, ухожу, ухожу. Купила платье. 30 динар отдал. Все, пора валить в отель. Завтра я еду еще на одну экскурсию. Последний день моего отпуска. Еду в какой-то красивый город. Как называется, не знаю. Вот. А потом я уезжаю. Вообще, Россию, Москву. Все, наконец. Вот. Вижу своих родных, наконец. Попугая увижу. Как-то так, друзья. Сейчас я вам покажу там еще улицу. Уже не Медина. Вот. Классно. Я еще выхожу, друзья.
Bye bye, no money, money ушли. No. Thank you very much. Thank you. Excuse me. No. Да, это классно. Вообще классно, все ручная, ручная работа. Красота. Ай, пять динар. Добрый фильм. И YouTube Russia. YouTube. Когда я же выйду отсюда? Сколько можно идти? С ума сойти. Ой, как я устал, друзья, вообще. Ай. Кто-то стучит, что-то делает. Да, е. Все, вышел я наконец-то. Вышел. Вот туда мне надо сейчас, кажется, идти. Сейчас надо попросить сфотографировать. В общем, выхожу я из Медины. Маме платье купил. Сувенирчик один там тоже купил. Подарок кое-кому надо подарить. Холодильник тащит. И все. Значит, все, галочку можно поставить. Я был в Медине в старый. Все круто. Все круто. Сейчас нужно будет целый год работы, чтобы снова прилететь в Тунис. Как красиво. Сейчас буду фото делать. Друзья, посмотрите, как красиво. Как красиво, друзья. Охренеть. Вот там какой-то порт. Грузовой. Вау, как красиво. Охренеть, просто красота. Так, надо мне надо туда идти, я так понимаю. Надо взять такси. 10 динар отдать, и все. На сегодня бабло больше не трачу. Потому что его уже больше нету. Бабло уже нету, все. Завтра еду в город. Такой старый город. Голубого цвета. Он голубого-белого цвета. Там снимают какие-то фильмы периодично. Вот. В общем, вот так вот. Красиво. Красота, друзья. Просто рай. Рай для отдыха и для жизни, наверное, тоже. Здесь не живу, не знаю. Вот так вот. Вау, как красиво. Где-то надо фото делать тоже. Сейчас буду делать фото, надо найти кого-то. Так, друзья, я, в общем, дошел до центрального пляжа, так понимаю. Здесь вот тусят местные. Песок просто идеальный. Песок просто. Шикарный песок. Такой мелкий. Классный. Ой, мечеть запела. Вот это мечеть. Я так пройду сейчас чуть-чуть, а потом такси возьму. Хочу вот погулять. Потому что уже все, уже скоро уезжаю. Но я не расстраиваюсь. Я через пару дней увижу своих родных.
купил маме платье, я ее одену красиво. Мы поедем гулять с ней. Вот. Как-то так. А сюда я, конечно, еще раз вернусь по-любому. Потому что Тунис мне очень понравился. Народ тут такой хороший. Ой, мне так больно идти. Усланца. Все. Короче, иду гулять. Я вот вам показал. Вам хватит. Приезжайте сами сюда. И вы все увидите. Своими глазами. Все. Друзья, в общем, я прошел пляж. Всю набережную. Теперь вот иду. Так сказать, в сторону центральной дороги, улицы, трассы, не знаю, как обозвать. Пляж позади меня остался, вот там половина отелей или заброшенных на первой линии, или на реконструкции, или вообще закрыто, не знаю, короче, как-то странно. Вот. Ой, сейчас надо поймать такси мне и доехать до отеля, воды попить, выпить. Да. Как-то так, друзья. Что еще сказать, не знаю. Казино Европе. Казино. О, Италия, Италия пошла. Италия. Итальянцы сразу видно. Они такие. Грация. Короче, буду сейчас заворачивать направо. Я уже начинаю ныть.